И всем привет, с вами Каиса, и я продолжаю проходить Resident Evil 2, сценарий Клэр А. На уровне сложности нормально. GameCube. Nintendo GameCube версии с улучшенными HD текстурами на челлендж. Clear All, зачистка всех врагов с ограничениями. Нож, пистолет и арбалет. Плюс без спреев еще. Я пытаюсь. И мы сейчас идем к товарищу Биркину, босс. Сейчас у нас будет. Так, где то сохранение? А, вот это сохранение. Да, мы зачистили все до лаборатории. Остается впереди лаборатория только. Убираем ленту. И бежим, бежим. Поворачиваем ключ. Пропускаем это все дело. Берем в руки пистолет. Выходим. Да, я буду пытаться из пистолета застрелить Биркина. Сохранюсь, пожалуй, на быстрое сохранение. На всякий случай. Ах ты, козлина! Так, отбегаем. Ты что творишь, а? Так, отбегаем. Нет, давайте переиграем. Не пошло как-то. Да что ж такое-то, блин? Не, не пойдет. Не пойдет. Стреляем. Отбегаем. Перезаряжаемся. Подлечимся. Нет, не пойдет. Да что ж ты творишь-то? Чё ты такой быстрый? Козлина.
Нет, давайте переиграем. Перезарядка. Отбегаем. Перезаряжаемся. Отбегаем. Перезаряжаемся. Не, не пойдет. Следующий дубль. Живучий гад. Живучий гад. Бегаем. Отбегаем, отбегаем, отбегаем. Отлично. Кончайся ты уже, а? Все, закончился. Так будет лучше. Без урона. И мы приезжаем в лабораторию. Так, что будем здесь делать? Во-первых, убираем лекарства. Тут еще трава есть, вот она. Тут у нас это нам не надо, это нам не надо. Берем ленточку. Давайте сохранимся. Зажигалка нам пригодится, вот. Арбалет. Арбалет, арбалет, арбалет. Пригодится арбалет. Итак, сохраняемся. Так, где нам бы сохранить? Давайте здесь сохранимся. И продолжаем. Уберем ленту. Выходим. Никого нету пока что тут.
Так, ну тут все просто. Идем сюда и выходим обратно. И толпа появляется. Ах ты, козлина! Подлечимся. Ну идите сюда, черти вонючие. А ты чё там встал? Дальний. Не идешь. Сейчас мы их всех зарежем тут. Ничего. Все будет нормально. Давайте, идите сюда. Ну где вы там, а? Я жду. Подходи. Так, упал. Другие упоролись об эту хрень. О, нашел выход. Давай, вставай. Так, второй подходит. Третий подходит. Этот еще живой гад. Так, и третий сюда идет. Четвертый никак дойти не может. Потерял совсем дорогу. Ну давайте, вставайте. О, идет. Нашел. Нашел дорогу. О, один сдох. Отлично. О, ты быстрый. Чё, второй умер, второй сдох, отлично. Лежать, козлина. О, третий сдох. Так, пятый подходит. Так, давай, вставай. Черт, еще живой гад. Мало ему. Ну, вставай. Так, сдохли. Ты где? Чё так медленно-то, а? Чё так медленно идём, зомби? Давай, подходи. Чувак, иди сюда. Я тебя жду.
Так, режем последнего. Ах ты, козлина! Что я близко подошел. Так. Ну, вставай. Я знаю, ты еще жив. Теперь сдох, похоже. Да, похоже, сдохли все. Давайте сюда, что ли, зайдем. Не знаю. Зачем, правда? Тут у нас ничего такого нету. В общем, да. Смысла ноль. Так. Ну, бежим. Бежим в морозильную камеру. А хотя можно сюда сразу сбегать. Тут у нас есть арбалетные стрелы. Да, вот они. Немножечко. Это последняя пачка арбалетных стрел. Больше не будет. Тут у нас есть и рапсилон. Распылять мы пока не будем. Это все в конце будет. Так, вот тут давайте зажигалку используем. Щупальцу это уничтожим. Замечательно. Туда пока не пойду, потому что там лизуны. Я лучше потом туда схожу. Тут еще цветочки будут. Ну, цветочков можно и из пистолета застрелить, на самом деле. Уберу пока нож из рук. Сейчас бежим в морозильную камеру. Да, предохранитель надо собрать. Так, заходим. Ну, тут есть спрей. Можно просто взять его. Так, берем вот эту штуку. Вставляем сюда. И вставляем. Готово. И относим эту штуку на центр. Я думаю, не буду я на цветков тратить арбалетные стрелы. Пистолетных патронов, в принципе, довольно-таки много. Пока что много. Так, вставляем предохранитель. Замечательно. Система заработала. Берем в руки пистолет. С арбалета надо просто изблизи стрелять.
Так, один цветок готов. И второй закончился. Замечательно. Давайте сразу этот цветочный респаун уничтожим. Да, они вновь здесь восстановились. Ах ты козлина. Не отравил, конечно, но... Неприятно. Я, кажется, попадаю, он по мне нет. Так, замечательно. Пойдемте сохранимся. Подлечимся и сохранимся. А, нет. Стоять, там же еще один цветок. Ну ладно. С тем цветком потом разберемся. Сейчас просто хочу взять сохраниться пойти. Зажигалку можно убирать, она больше не понадобится. Так, подлечиваемся. Сколько взять травы? Не знаю, пару штучек возьму, давайте сохранимся. Пойдемте лизунов чистить. Я заметил, что все-таки арбалет бесшумное оружие. Сейчас проверим. Там кучно я не хочу стрелять, я хочу вблизи из арбалета лизуна загасить. Так, во-первых, берем арбалет в руки. Да. Ну да, я же еще не открыл. Так, сейчас я сделаю также быстрое сохранение. Вот здесь, вот в этом моменте. Не хочу я много потерять хп. Как они идут? Ага, они разворачиваются. Этот идет взад. Так, этот обходит с фланга. Ну, гранаты мне не нужны.
Вау, 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 вау. Напряглись, напряглись. Так, надо тебя задержать немного. Отлично. Не услышал он, второй. Да, все-таки арбалет это бесшумное оружие. Имба против лизунов, на самом деле. Ты меня не видел, я тебя тоже. Не-не-не-не-не. Вот и все. Шах и мат. Так, тут берем ленту. Выходим. Так, сейчас будут еще лизуны, еще цветки. Но зато я теперь уверен, арбалет это стелсовое оружие против лизунов. Тут цветок. Отлично, убиваем цветок. Берем траву. Перезаряжаем наш арбалет. И берем его в руки. Сейчас будут опять лизуны. Нужно постараться также убить без палева. Так, кто-то напрягся. Так, этот идет сюда как раз. Это замечательно, что он сюда идет. Второй ушел, гад. Козлина. А куда он ушел? Пойдемте посмотрим. Ага. Так, он здесь. Напрягся, гад. Тот вообще ушел в стену. Нет. Готово. Трава не влезет уже. Так, остался один. Иди сюда. Иди сюда, козлина. Напрягся, гад. Спалил, сволочь. Все-таки спалил. Ну ладно. Собираем траву. Потом эту дособерем траву. Так, бежим дальше. Давайте сейчас перезайдем, убьем еще одного лизуна. Так, ты что, услышал, что ли? Ты не слышал. Давай, иди.
Не слышал, я тебе говорю. Вот и все. Так, все, лизунов, по-моему, больше не будет. Да, лизунов, по-моему, больше не будет. Будут зомби. Так, убираем арбалет. Соединяем ленту. Убираем траву. Давайте ту я принесу тоже. Да, соберу сейчас. Впереди у нас будет товарищ Моль. Да, товарищ Моль. А хотя нет, пока будут товарищи зомби. Потом товарищ Моль. По-моему, до Биркина так и будут. Только зомби, зомби, зомби. Цветков больше не будет. Поэтому у нас до хрена патронов для финальной схватки. Давайте сохранимся. И продолжаем. Убираем ленту. Так, пойдемте с товарищами зомби поговорим. Берем красную траву здесь. Ножичек возьму. Да. Тут еще спрей есть даже. Отлично. Так, отдыхай, товарищ. Где ты там? А, пришел, гад. Ложись, сволочь. А ну лежать. Так, встаешь, гад? Еще жив. Так, еще один идет. Медленный. Медленный тип.
Давай, просыпаемся, просыпаемся. Недорезанные создания. Давай, давай, давай. Нехрен спать. Постольку много. Ха-ха-ха. Готов. Ты тут, да? Чё, типа быстрый? Ты типа один остался? Серьезно? А я тебя зарежу. Да, вот такой я гад нехороший. Упал. А ну вставай. Опять упал. Кто разрешал? Зомби, ты беззащитное тупое создание, ты понимаешь? О, сдох. Чё, я всех перерезал, что ли? Ха-ха. Как это просто. Если бы я раньше так делал, когда играл на нож. Так, давайте скомбинируем. Мы взяли карточку. На самом деле можно идти к Молли. Сейчас будет катсцена вроде. Моль зачикаем, пойдем. Сразу. Тут главное быть вовремя отбегать и не попадаться на яд. Ах ты, сволочь, отравила. Отравила, гадина. Я вернусь к тебе, сволочь. Надо подлечиться от травы у меня. Не подумал я о синей траве. Синей травы у меня, по-моему, дофига было в ящике. А хотя нет. Всего две штуки. Ух ты, я оранжевый. Нифига себе, оно меня... Наказало-то как... Подлечимся. Так, я не согласен. Можно, конечно, из пистолета забить его. Эту моль.
Так, вот оно пытается отравить. Да как так, Клэр? Отходим, 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 отходим. Так, ты тупая моль. Тупое ты создание. Тупой автоприцел. Сдохло, наконец-то. Ну а вы чё, ребята? Так, вводим пароль на сценарий Леон Б, чтобы можно было зайти в эту комнату и убить трех лизунов. Так, все, замечательно. Вот этих созданий бесполезно убивать, они бесконечно появляются. Так, в ближайшем будущем у нас будут зомби. Синяя трава, иди наверх. Давайте арбалет, что ли, возьмем. Там, в принципе, будет толпы. Можно будет с арбалета расфигачить эти толпы. Сохраняемся. Так, ну это... Да. А теперь бежим за мод-диском. За мод-диском бежим. Поднимаемся, поднимаемся. На Биркина остались только зомби, по-моему. Две комнаты. Так, бежим в синий путь. Откроем вот эту вот ставню. И оставим отпечатки. Больше не получится. Так, что бы взять в руки? Возьму пока пистолет, наверное. Так, этот товарищ готов. Теперь возьму арбалет.
Слышь, ты, товарищ. Там еще один. Ты что, сдох, что ли? Быстро ты. Так, перезаряжаем. Мощное оружие наше. Хи-хи. Берем мой диск. Такое ощущение, что он жив. А, нам надо вакцину изготовить. Да. Берем вот этот картридж. Кстати, а что будет, если я без картриджа нажму? А, ну понятно. Да, вставляем картридж. Забираем основу базовую. Ага, берем, отлично. Так, мы продолжаем. Точнее сказать, заканчиваем уже скоро. Выходим отсюда. Пойдемте делать вакцину для Шерри. Так, а я мой диск-то взял? Взял. Так, сейчас у нас будет что? Еще один проход с зомбиками. Наверное, постреляем из пистолета. Хотя можно нож, конечно, использовать, но... Так, он лег. Второй лег. Там еще толпа. Ты один остался, да? Товарищ остался один совсем. Готов. И эти все готовы. Вставляем мой диск. Открываем ворота. Да, мы не сможем даже сюда сейчас зайти, потому что не изготовлена вакцина. Так, бежим. Бежим изготавливать. Thank you.
Вставляем. Так, запускаем кнопку. Это нельзя пропустить. Надо же. Так, и вакцина у нас. Заменяем ее на отмычку, выбрасываем, берем вакцину. Теперь пойдемте, зайдем туда и выйдем. И начнем устраивать проверку в лаборатории. Быстренькую. Всех ли мы зачистили. Кстати, что у нас по травам на финального босса? Что у нас по травам получается? 3 полные хилки. Стоит, наверное, сделать смеси еще какие-нибудь. Может быть, не полные. Вот такие вот, например. Ножик точно нам не понадобится. Надеюсь. Ну и мне, наверное, стоит подлечиться, хотя не знаю. Да, надо еще и Рапсилона распылить, чтобы Леону достались сценарий Б цветки помощнее. Можно зайти вот сюда сейчас, но не вперед, не продвигаться только. Не активировать таймер. Вот, все. Можно уже проверять. Лабораторию. Ну, давайте оттуда начнем. Хотя, вроде бы только что там был. Никого не было. Ну, давайте здесь посмотрим. О, кстати, а где вы? Я что-то не вижу этих личинок. Куда они подевались-то? И тут у нас чисто, да. Зачищено. Или они испугались сирены и куда-то все исчезли. Я не пойму. Так, ну тут я только что вакцину изготавливал. Я очень сильно бы удивился, если бы тут сейчас кто-то был. Да, вот мы можем видеть, что никого нету, все чисто, поэтому уходим отсюда. Возвращаемся назад. Да, Аннет мертва. Канонично мертва, надо сказать. Потому что я играю на каноничную сейчас, в каноничную связку. Так, ну давайте сюда вернемся. Все чисто.
Так, пойдемте сгоняем туда. На первый наш, на белый путь. Здесь вот только... Можно пропустить вот эту толпу зомби, которую я сразу зарезал, потому что сюда не приходится обычно возвращаться. Поэтому только вот эта толпа. Тут. Немного, немного, совсем немного скрытная толпа. Тут никого. Лифт не поедет, наверное, да, даже. Нет, зайти в него можно. Только какой смысл? Пусто. Ну ладно, пойдемте синий путь проверим. Потом пойдем включать Эрепсилон. И готовиться к финальному Биркину. Так, синий путь. Я и давно не был. В морозильной камере. А тут все две комнаты я могу посетить. Третья-то секретная. Недоступна. Сценарий А. Никого в морозильной камере. Все чисто. Пойдемте опять туда сходим, где карточка открывал дверь. Все чисто, да, все чисто, никого нет. Ну все, осталось две комнаты проверить. Сюда мы попасть не можем. По понятным причинам. Ну что ж, возвращаемся на наш красный путь. Сперва зайдем в комнату с лизунами, где были. То есть вот в эту комнату. Ну тут никого нету. Да. Поэтому идем распылять Эрепсилон. Заходим сюда. Тут тоже никого нету. Мы распыляем Эрепсилон. Ну что ж, пойдемте сохраняться. Эрепсилон точно действует в этой комнате. Не знаю, как насчет в этой. В этой тоже действует газ. И в этой комнате тоже, в коридоре в этом, газ распылился.
Так, ну давайте сохраняться. Ладно, давайте подлечимся. У меня там не 100% все равно. И идем к финальному Биркину. Даже солидное количество патронов у меня осталось. И без спреев, да. Получается, 3 полных хилки, 2 неполных хилки. Пока возьмем в руки пистолет. Первую форму попробую с пистолета пострелять. А вот арбалет на вторую форму оставлю. Так. 5 минут до взрыва, да. До детонации. Сохранюсь. Как без этого? Стреляй. Так, он подходит. Он подходит, чайник. Отлично, Биркин перешел во вторую форму. Я еще промазать умудрился. Ну давай, прыгай. Так, отбегаем. Схватил, гад. Гад схватил. Собачка. Так, отбегаем. Берем пистолет. Все, готов. В принципе-то. Очень уверенно забил, надо сказать. И завершаем сценарий А. За Клэр. На зачистку. Да. Claire, Sherry.
вот мы с вами завершили сценарий Клэр А. На зачистку используя только нож, пистолет и арбалет. Без спреев. И следующим сценарием будет Леон Б. Вот этот сценарий Леон Б будет, конечно, поинтереснее, потому что врагов будет гораздо больше. Но у Леона ХП изначально больше, как бы, он может больше укусов выдержать, если что. И у Леона, конечно, есть дробовик. Все-таки дробовик против зомби лучше, чем арбалет, я считаю. Создать, ну, какую-нибудь кучку и схедшотить ее. Арбалет все-таки не всегда с первого выстрела откидывает. Да и патронов для арбалета, честно сказать, меньше дается в игре, наверное, чем патронов для дробовика. Плюс у Леона есть улучшенный пистолет. Пистолет-пулемет, который вот, ну, апгрейд для пистолета, апгрейд для дробовика. Что делает его лучшим. Без магнума, без огнемета, без автомата, да. Буду пытаться за Леона. И без спрея, само собой. Наверняка опять будет много боли. Замечательно. Ну, ранг будет говёный, это понятно. Наверное, такой же Д, да? Не, ранг С, надо же. Ну, потому что сам сценарий короче был, по сути. Так, ладно, давайте сохранимся. Так, сценарий Леон Б. Следующий. Сохраняемся. И я благодарю вас всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в следующем сценарии. Сценарий Леон Б. Пока-пока.